Для нас очень важно, что это первый опыт знакомства проведения теста в подобных условиях, когда кадеты способны видеть свое будущее. Я бы не сказала, что я решила стать пилотом. Я никогда не хотела стать пилотом. Психологический настрой сейчас оптимален. Надо сказать, что это довольно нетривиальная группа. Здесь почти все кадеты старше 25 лет. Теперь они полностью готовы. Дальше можно сказать, что они переспеют. Мы давайте собираемся защищать людей от инопланетной угрозы. Я хотел быть ученым. Кто-нибудь из вас есть любимый зигзагер? Конечно! Какой? Гидрик Феникс! Лучший! В городе или в лагере Кармель будут делать ваш мемориал. Эту запись тоже вытащит. Результаты у Блэкстоуна и Нового. Погрешность 300 единиц. Показанное время 7 минут 15 секунд. Это очень много. Что бы вы пожелали будущим кадетам, будущим пилотам и будущим альзапехотинцам? Оставаться людьми. Пока мы помним о том, что мы люди, мы побеждаем. Кадеты, вы молодцы! Служу земле!